При монтаже щитового оборудования возникает необходимость установки токоведущих шин. Для их резки, гибки и перфорации отверстий существует ряд специальных гидравлических инструментов. Гидравлический пресс ШАЭР-150 предназначен для резки медных и алюминиевых шин шириной до 150 мм и толщиной до 10 мм. Пресс используется в комплекте с помпами ПМР-700 и ПМН-700. Максимальное режущее усилие – 20 тонн. Пресс ШАГ-150 служит для гибки медных и алюминиевых шин шириной до 150 мм и толщиной до 10 мм. Инструмент позволяет получать разнообразные профили гибки. Откидывающийся пуансон дает возможность легко извлекать изделия сложной формы. Инструмент совместим с ручной и ножной гидравлическими помпами. При необходимости возможно стационарное крепление пресса к столу. Для перфорации электротехнических шин разработан специальный гидравлический пресс ШАД-95. В комплект инструмента входит набор из 4 сменных матриц для пробивки отверстий диаметром до 20,5 мм, в медных и алюминиевых шинах толщиной до 10 мм, а также в стальных полосах толщиной до 6 мм. Гидравлическая система ПГПО-60 используется для пробивки отверстий в листовой стали толщиной до 2 мм. Благодаря небольшим габаритам и весу инструмент может применяться непосредственно на месте монтажа. В комплект инструмента входит гидравлическая помпа и набор сменных матриц и пуансонов, которые позволяют пробивать отверстия диаметром до 60 мм.